Приветствую, друзья мои, с вами, как всегда, ваш старый знакомый Серж Влади. Сейчас мы вот гуляем по такому милому райончику, нетипичному Милану, скажем так, вообще нетипичному. И, ну, собственно говоря, честно признаюсь, что это мой район. Да, я здесь живу уже второй год живу, надеюсь, меня хорошо слышно. И вот эти все дома, дачи и виллы, это, в принципе, здесь живут такие достаточно богатые люди своего рода, достаточно обеспеченные, скажем так, граждане. Вот, собственно, это такой элитный райончик. Вот, и я хотел просто с этим... Это, кстати, по-моему, монастырь, если я не ошибаюсь. Какой-то монастырь или какая-то... еще там Кьеза или что-то вот в этом духе. Вот, и здесь мы видим, что это такие прикольные домишки с садиками. Вот, почти такой частный сектор с коттеджами, скажем так вот. Ну, кто-то, если видел какие-то мои видео, те уже должны знать о том, что я проживаю в этом милом райончике. Вот. Кто не видел, тому вот показываю. Ну, уже видите, тут набухают почки и цветочки, кстати, видите. То есть весна, во все идет. Весна, красна. В принципе, сердце не может не радоваться, хотя февраль месяц, как бы, да, но уже вот так все начинает красиво приобретать красивые оттенки. Все цвета радуги практически играют вовсю, и жить становится легче и веселей. Вот еще тоже цветочки, смотрите, опа. Та-дам. Это не знаю, что за дерево, то ли абрикос, то ли что. Вот такие прекрасные виды, надеюсь.